Всем привет! Сегодня я сделаю обзор нашего сайта, нашей онлайн-школы Ольги Капустиной. Адрес сайта вы можете увидеть сверху. Это school-olgakapustina.ru. Так выглядит главная страница сайта нашей школы. Здесь слева мы можем прочитать, какие виды обучения есть в нашей школе. Давайте зайдем, почитаем. Нажимаете на левую кнопку мыши, попадаете в раздел «Программы обучения». И начнем с первого пункта. Это конструктор одежды. Здесь есть несколько видов обучения. Это конструирование одежды, первый вид. Давайте на него опять нажмем левой кнопкой мыши. И увидим, что здесь есть полностью описание, что мы будем делать на курсе конструктор одежды всех видов. То есть, что мы проходим в первом месяце, что во втором месяце и так далее. Длительность обучения на курсе конструктор всех видов одежды 6 месяцев. Каждый месяц занимает 4 урока. То есть, в одной неделе у нас один урок в скайпе в классе до 9 человек. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит. И всю неделю студент активно изучает материал, смотрит в записи все уроки и мастер-классы, общается с преподавателем и с девочками из класса до следующей недели. На следующей неделе мы проходим какой-то новый урок. Какие бывают виды обучения? У нас во всех направлениях, и в дизайне, и в конструировании, и вообще во всех направлениях есть всегда группа Light, стандарт и премиум. Вот давайте я начну с группы премиум. Группа премиум – это и есть тот класс в скайпе, с которыми мы занимаемся напрямую в диалоге. Вот давайте я сейчас открою пример, где-то здесь был. Да, вот пример. Первая неделя, как выглядит обучение, запись урока. И вот этот именно урок, это и есть урок группы премиум. С вами первый урок. Вот да, давайте я прибавлю немножко звук. Сегодня. Он будет у нас больше ознакомительный, то есть все, что мы будем с вами проходить. Немножко перемотаю, понятно? Что мы тут делаем. Нет разницы между нормой груди, нормой бедер, нормой... Силуэт брюк будет... И она об этой норме груди потом вот так, я бы спросила. 3,7? Да, 3,7 сантиметра. Ну, мне потом она нафотографирует вот это вот. Нормально. А вот когда мы стояли и руку закинули с вами наверх, то эта точка P5 нам открылась. И из нее идет пятая вертикаль полностью по всей фигуре человека, делит профиль на фигуру. Думаю, что понятно, да? У нас идет живое общение между девочками и преподавателем. В группе именно премиум мы собираемся один раз в неделю в скайпе, в программе скайп. Сейчас программа скайп установлена у всех почти. То есть для этого нужен просто хороший доступ в интернет и программа скайп. Урок прошли, 2 часа он длится. Затем девочки всю неделю заходят, вот, например, в первую неделю и смотрят урок в записи группы премиум, конспектируют полностью все, что написано в текстовой материал на первой этой неделе, изучают весь материал, какой мы прошли, то есть там мы просто общаемся, здесь уже текстовой материал, конспект в тетрадку записывают полностью. Также могут быть какие-то присоединены фильмы пояснительные к этому уроку, схемы, домашнее задание описано, что вы должны сделать за неделю. И вот здесь вот написано все свои действия, фотографии присылайте преподавателю. У группы премиум и также у всех вообще группы, и у стандарта, и у лайта созданы группы общие, где девочки общаются между собой. Также они задают в этих группах вопросы среди недели. Мы там активно общаемся, переписываемся, я отвечаю на вопросы. С группой премиум каждый день мы общаемся.
Вот вы посмотрели, в общем, как урок выглядит. Давайте назад уйдем. Я снова покажу, что... Вот сейчас я рассказываю про группу премиум. Человек задал вопрос, студент задал вопрос. В этот день я должна на него обязательно ответить, в этот же день. То есть это группа премиум. Иногда мы вступаем в диалог так, что и полдня общаемся. Да? Все остальные девочки видят это общение, тоже на этом примере что-то там анализируют, если это сложная фигура какая-то. Все. Группа премиум – это та группа, которая занимается в скайпе в классе до 9 человек с преподавателем один раз в неделю, изучает на сайте нашей школы, вот на этом сайте, на котором мы сейчас с вами находимся, урок всю неделю, и в общей беседе мы активно общаемся, дружим даже, можно сказать, девочки друг другу помогают, то есть такой небольшой клуб получается. Также доступ у всех групп всегда есть к творческому клубу, где мы дополнительно еще моделируем что-то, строим, общаемся и так далее. Это группа премиум. Группа лайт, вот группа лайт, это группа создана для тех, у кого нет времени, во-первых, всегда в одно и то же время, 2 часа заниматься по расписанию с преподавателем и в классе. Группа Light, эти девочки, просматривают тот же самый урок, который я сейчас вам открывала. Они просматривают просто в записи урок, изучают весь материал. Всю неделю также пишут в общую беседу вопросы. Девочки общаются между собой в этой общей беседе, подсказывают друг другу, что им непонятно или понятно. А один раз в неделю у группы Light, один раз в неделю, например, по пятницам, подключаюсь я к этой группе или куратор какой-то другой, преподаватель, и полностью весь день консультируем группу Light, отвечаем на все вопросы, проверяем домашние задания у группы Light. И если вдруг какая-то заминка такая, что мы не можем это в переписке выяснить, тогда просим ученика выйти в Skype и проконсультируем в скайпе, да, этого ученика. Но чаще всего мы пишем с утра, что девочки, кто сегодня хочет получить консультацию в скайпе, напишите. Если есть заявки у кого-то затруднительные сильно вопросы, то мы можем и групповую также устроить консультацию, если несколько человек хотят получить консультацию по скайпу. Это к группе Light относится. Light – это легкая версия, да, обучения. То есть вы учитесь тогда, когда вам хочется. Здесь одно отличие. Вы не присутствуете сами на уроках в скайпе, и у вас ответы преподавателя на ваши вопросы один раз в неделю. А всю остальную неделю вы так же, как все, учитесь, смотрите то же самое, что смотрит и премиум, и общаетесь между собой в вашей группе, которую вас зачислят. Чем отличается группа стандарт? Вот еще одна у нас есть, один вид, скажем так, обучения – это стандарт. Стандарт – это такая же, как группа Light. То есть человек точно то же самое все изучает самостоятельно, но в группе стандарт идет, то есть он задает вопрос, и в этот же день преподаватель обязан ответить на его вопрос. То есть консультации в группе стандарт каждый день. Занимается он самостоятельно, как в группе Light, изучает, также общается с девочками в общей беседе, но у стандарта консультация каждый день. Если у вас есть каждый день вопрос, то вам преподаватель будет на них отвечать каждый день. Все. Light – это самый дешевый вариант. 3500 в месяц. Вот на данный момент, когда я озвучиваю это видео, 3500. Стандарт – 4000 рублей в месяц стоит. И премиум группа стоит 4500 в месяц. Что еще здесь можно сказать? Ага. Группа премиум набирается 3 раза в год. Это чаще всего, не чаще всего, а всегда октябрь. И далее уже надо уточнять. Это начало февраля, следующая группа. И следующая группа набирается примерно в марте. То есть октябрь, начало февраля и конец марта, может быть. То есть вот эти две последние группы надо уточнять. То есть премиум – это... Надо еще записаться, лучше заранее оплатить первый месяц, чтобы за вами закрепили место в группе премиум.
Потому что там всего 8 мест, ну 9 максимум. Больше не может быть в этой группе человек, потому что Skype общую вот такую делает трансляцию, видео, только для 9 человек, не больше. И все, ждать своей группы, когда она начинает заниматься. Дальше, о чем мы поговорим. Это была группа конструирования и моделирования одежды. А что мы научимся с вами делать? Давайте кратко расскажу. На курсе конструирования и моделирования одежды. Мы все абсолютно пройдем. То есть в конце обучения вы должны уметь строить выкройки лекала на все типы фигур. Это мужская, женская одежда, мужская, женская, детская одежда. Любой формы фигуры может быть, без разницы. У нас не бывает, нет, бывают сложные фигуры, но нам они не страшны. Мы можем строить абсолютно на любой тип фигуры одежду. Симметричная, она несимметричная, сколиоз может быть у человека, без разницы. Вы научитесь строить абсолютно на любого человека, который стоит перед вами. Все типы одежды мы научимся строить. Если вы программу посмотрите, вы увидите, что здесь абсолютно есть все. Это и брюки, юбки всех видов, это одежда свободных форм, это трикотажные основы, по которым трикотажные изделия, как водолазки, футболки в обтяжку, гимнастические костюмы для девочек в обтяжку, купальники, также нижнее белье, головные уборы всех видов, то и капюшоны, и шляпки, и панамки, и мужское кепи, и все что угодно. Что еще? Леггинсы. Ну все, вот все, все виды одежды, какие есть, мы все это с вами пройдем, кроме перчаток. Вот единственное, что нет, но перчатки у меня лично есть схемы, могу вам, если интересно будет, там в процессе обучения попросите, я вам эти схемы вышлю. Все остальное вы строить сможете. Теперь посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть курс портной, онлайн-уроки практического шитья. Некоторые не понимают, как можно учиться шить в интернете по скайпу. Девочки, хочу сказать, очень легко и интересно мы там учимся. Так, здесь интересно, видео приложено. Да, приложено, ну, так, такой фрагмент урока, то есть не полностью. Давайте я включу сейчас, немножко послушайте чуть-чуть. Я объясню. Так, звука нет. Я его пришила сантиметр. А вот дальше не могу, то есть по бокам, получается, делаю, эти уголки некрасивые получаются. Вверху уголки некрасивые? Ну, с боков, то есть делать разрезики. Мы сделали разрез, там, вот там некрасивый уголок получается? Да, он выворачивается некрасиво. А почему, интересно? Во-первых, то, что может быть маленькая сама ширина манжета. А сколько она? Итоговая получается 4. Нормальная ширина манжета. Это получается 3. Вот немножко перемотаю. Тоненький не видно. Ну, то есть и маленькую пуговку там сделаю. На воздушной петельке. Так, давай попробуем вот не таким способом пришить, какой здесь дан в мастер-классе. Таким способом у тебя, в общем, не получается, да, я так понимаю? Да, но у меня и получался непосредственно тот первый на манжет. Он более-менее вышел, то есть, но говорю, что... Подожди. Значит, тебе надо сложить манжет. Сейчас, минутку. Вот так. Подожди, подожди. Ладно. Так. Вот этого у тебя изнанка. Понимаешь? Ага. Тебе надо сразу одну сторону подогнуть. Сколько сантиметр у тебя пошел? У нас сегодня, вот прямо мы встали, у нас ну, так-то да. Ну, очная, да, так и есть, конечно, там же. Ну вот вы посмотрели, немножко перекрутила. Что мы делаем? Каждая девочка на курсе портного шьет свое изделие. Вот здесь просто одна девочка была, а так на курсе портного до 6 девочек.
обычно присутствует. И каждая из студенток шьет свое изделие. Кто-то делает юбку, сидит, кто-то рубашку, а кто-то брюки. Почему так? У всех скорость абсолютно разная. Кто-то начал юбку, например, если мы всем классом начнем юбку шить, все равно потом через 2 месяца все будут на разных уже сидеть изделиях. Кто-то медленно шьет эту юбку, кто-то быстро, у каждого свой темп, свой характер, кто-то просто такой по типу человек, что медленно все делает, кто-то наоборот, все только клочки по закоулочкам летят, все делает. И чтобы никого не напрягать, каждый шьет в своем личном темпе. Начинается урок, раздаются задания всем, и девочки каждая шьет, сидит. Вот видели, сейчас отбегала у нас ученица, она там утюжила, рядом у нее машинка стоит, она сшила. Если вдруг что-то у нее вопрос, даже по швейной машине, по строчке качества или вообще что она шила, фотографирует, тут же присылает эту фотографию. Я на этой фотографии, если что-то мне не нравится, прямо рисую, показываю, что мне не нравится. И мы абсолютно хорошо занимаемся по скайпу. Урок в скайпе на данный момент стоит 500 рублей. И также всю неделю, это не значит, что мы раз в неделю 2 часа с вами позанимались и все, забыли о шитье. Нет, всю неделю вы выполняете домашнее задание по каким-то мастер-классам, которые я вам даю. Например, вот здесь манжетку мы шьем, а потом, предположим, низ она будет дома подшивать. Я ей даю ссылку на мастер-класс, она за эту неделю, например, может самостоятельно низ подшить. Если какие-то вопросы, у нас также у каждой, говорю, группы, у каждого, у портных тоже есть общая беседа, где девочки общаются, также задают вопросы у портных, я тоже отвечаю каждый день на вопросы. И все, и у нас работа идет не только 2 часа в неделю по скайпу, а также всю неделю активно девочки шьют дома изделия. Это то, что касается группы шитья. Так, конструктор портной, дизайнер одежды, давайте посмотрим. Есть у нас курс дизайнер одежды. И также, не также, а два здесь всего, два варианта. Это премиум и это лайт. Премиум и лайт. Занимаемся мы на курсе дизайнер одежды 6 месяцев тоже. Очень объемный курс. Здесь мы проходим очень много информации. Не думайте, что курс дизайнер одежды, это нам будет нечего делать. Каждый урок, а также один раз в неделю урок, 2 часа по скайпу у группы премиум или у группы лайт, они смотрят это в записи, все так же, как у конструкторов. И после каждого урока идут очень объемные домашние задания. Это уже задание не по шитью, это задание не по конструированию, хотя есть некоторые месяца, как вот у нас сейчас какой идет месяц с девочками. Пятый, да, вот, текстильный дизайн, 4 видеоурока, это просто дополнительные. А до этого сложное моделирование одежды, 18 уроков и 5 фотоуроков. Хотя бы тут изделие 2 надо будет в макетной ткани хотя бы сделать. Это дополнительный урок. А так вот у нас еще 1, 2, 3, 4 урока, которые основные по 4 месяцу идут. Можете ознакомиться с программой дизайна и решить, нужен вам этот курс или не нужен. Хочу сразу сказать, что на курс дизайна идут девочки, которые уже хоть как-то умеют строить лекала, хоть как-то. И шить тоже хоть как-то. Потому что на дизайне мы не учимся строить именно основы и шить. Мы учимся из этих основ, которые вы уже умеете строить, например, делать что-то невообразимое. Также мы учимся первые у нас сколько? 2,5 месяца. Первые 2,5 месяца это мы учимся рисовать. Если вы даже абсолютно не умеете рисовать, и вы думали всю жизнь, что вы никогда не научитесь, вы все равно научитесь. У нас такой интересный способ обучения, когда любой человек учится рисовать, просто там кто-то более профессионально начинает рисовать, кто-то менее профессионально, но рисуют все. Фэшн-рисунки имеется в виду, фэшн-рисунки. Большой упор первые 2,5 месяца – это рисунок. Мы со всех сторон его рассматриваем. Все виды рисунка, фэшн. Это из... Не буду перечислять, там мы все с вами посмотрим, да, на уроках.
А далее идет уже создание коллекции, где брать вдохновение для создания коллекций, на что обращаем мы внимание, какие виды, как мы можем сделать ткань собственную, дизайнерскую, например, как мы можем сделать крой собственно дизайнерский, как сделать первую коллекцию, как ее прорекламировать, эту коллекцию, как создать интернет-магазин, как создать просто магазин, где тенденции, следить за модой, за тенденциями, авторское право, как сделать лицензию на вашу, сертификаты на ваши изделия, как сделать фэшн-фотографии, то есть у нас идет урок фотографии, как сделать технические рисунки и вообще какие-то рисунки дизайнерские в компьютере, в программе Corel Draw, и у нас скоро будет курс еще по Illustrator, программа Illustrator. То есть очень объемный курс, 6 месяцев, приготовьтесь, пожалуйста. Я просто почему говорю, некоторые девочки приходят на курс дизайна, и уже через 2 месяца они понимают, что они думали, мы будем сидеть, пить кофе, вот как все думают, и все, и мы дизайнеры. Нет. Здесь у дизайнеров еще более упорный труд, чем у конструкторов. Там у конструктора все понятно. Вот полочка, вот спинка, вот построили. А дизайнер – это стиль уже жизни. То есть вы когда едете в автобусе, начинаете стоять, так, какие интересные линии, надо зарисовать, у вас скетчбук постоянно с собой, маленький, большой, неважно, какой вы носите, зарисовали, думаете, так, все, я применю это вот в этой коллекции. Понимаете, давайте уясним, что если вы идете на курс дизайна, приготовьтесь 6 месяцев жить дизайном, это минимум, просто каждую минуту. В день вы должны что-то отрисовывать, хотя бы часик выделять, или что-то коллажировать, что каждый день, дизайном надо заниматься каждый день. Просто обидно, понимаете, бывает, когда у нас группа именно премиум, да, давайте на нее найдем, группа премиум, там 9 человек может быть в группе. Больше мы набрать не можем, потому что не позволяет скайп. Есть желающие еще, но мы останавливаем, делаем стоп, то есть у нас есть 9 человек, мы их начинаем учить. И на третьем месяце, на четвертом, там, на втором месяце человек понимает, что, ой, я, наверное, я думал, что здесь ничего делать не надо будет, учиться не надо будет, никаких домашних заданий выполнять не надо будет, я, наверное, не буду учиться. И вы понимаете, и у нас остается там в группе, например, 4 человека из 9. А могла быть полноценная группа из 9 человек, когда чем больше девочек, тем интереснее, тем больше они общаются, рассказывают информацию интересную, перекидываются информацией найденной. То есть это идет общение интересное. Поэтому здесь я настоятельно рекомендую все за и все плюсы и минусы, все за, здесь минусов нет, за и против, скажем так, свести. Если вы пошли на курс дизайна, то приготовьтесь, что вам надо 6 месяцев будет заниматься. Так, пойдемте дальше. Здесь можно посмотреть, как мы... У нас очные еще курсы дизайна в Перми были. Как мы с девочками, с нашими, с дизайнерами делали дипломные работы, презентацию дипломных работ. Это мы с девочками-очниками делали презентацию. Там и фотографии, коллажи были, и такой вот мини-показ. То есть я зачем это показываю? Дело в том, что онлайн-девочки, онлайн-дизайнеры, конец нашего обучения, итог, это тоже показ модели из трех комплектов одежды. Это дипломная работа с отрисованными эскизами, приложенными тряпочками, там, не знаю, техническими рисунками. Все это мы пройдем, как все это делать, конечно же. И это вот мини-такой дефиле, мини-дефиле.
Все это надо будет сделать для получения сертификата нашей школы. Надеюсь, что по дизайнеру все понятно. Если есть вопросы, задавайте. Группа Light уже вот ушла. Группа Light дизайнеры, они учатся также. Они просматривают, то есть они не присутствуют постоянно на уроке в одно и то же время. Они просматривают уроки в записи и все изучают, только присылают домашние работы. И раз в неделю мы общаемся. То есть я проверяю раз в неделю домашние работы уже у группы Light, именно у дизайнеров. У них там свой день выделен, да? Так, а что в дизайнере одежды? Все, да? Так, рисунок для модельера, мастер-классы. Также есть вариант пройти только рисунок для модельера. Вот то, что мы с дизайнерами проходим, первые 2,5 месяца, можно просто отдельно пройти в курсе рисунок для модельера. То есть научиться рисовать профессиональные фэшн-рисунки. Есть также у нас раздел мастер-классы. Здесь разные мастер-классы, авторские пуговицы, недорогой мастер-класс. Вы здесь научитесь, например, делать собственные дизайнерские пуговицы. Текстильный дизайн включен в стоимость дизайнер одежды. То есть если вы будете учиться на дизайнере одежды, у вас там включен текстильный дизайн. То есть он в стоимость включен уже. Не надо его отдельно покупать. Декупаж на ткани – это, опять же, включен дизайнерский курс. Его тоже покупать не надо, если вы пойдете на дизайнера. Декупаж на ткани отдельно. А так, декупаж на ткани, пожалуйста, если вы хотите просто мастер-класс купить. Стоит 850 рублей. Вы научитесь. Все привыкли, что декупаж на бывает на дереве, декупаж там на каких-то предметах. А мы здесь рассказываем, как сделать декупаж на ткани. То есть вы создаете опять свою авторскую ткань с помощью декупажа. Это видеоформат. Здесь просто фотографии, что мы делали с девочками на уроки. То есть это снятые уроки наших очных групп. А так это все видеоматериал. Это не фотоматериал, это видеоматериал. Это снятое двухчасовое полноценное видео. Еще раз повторяю, если вы пойдете на дизайн, то вам этот мастер-класс не нужен, он у вас будет включен. Также вот конструктор одежды зайдем. Сложное моделирование одежды. Можете отдельно, кто не пойдет на дизайн, купить это сложное моделирование одежды. Здесь мы учимся делать что-то невообразимое, что-то интересное. Здесь 18, по-моему, видео, да, 18 видеоуроков в этом курсе, 5 фотоуроков. Но вот эти все и видео, и фотоуроки постоянно пополняются. То есть мы что-то снимаем туда, добавляем. Всего месяц продолжительность обучения, стоимость всего 3500, но могу вас уверять, вы потратите эти деньги не зря, потому что у вас будет взрыв мозга, что можно делать вообще с лекалами одежды, что можно придумывать, вам очень понравится, я вас уверяю. Но опять же, если вы пойдете на дизайн, это включен этот курс в дизайн, то есть он туда входит. Стоимость дизайна. Так, что мы еще можем посмотреть? Мастер-классы. О, конструктор одежды. Сложное моделирование, сказала. Построение моделирования выкроек Coral Draw в программе. Этот курс для тех, можете опять же посмотреть. 2 месяца продолжительность. Хочу сказать, что в этом курсе мы не учимся строить сами выкройки, то есть как построить полочку, какие-то мерки с фигуры снимать. Это нет, это не о том программа. Это программа о том, что вы умеете уже строить какие-то выкройки, но вы не хотите их строить на бумаге, хранить где-то эти выкройки на бумаге, моделировать, резать что-то бесконечно, склеивать, складировать. Вы просто все те же действия учитесь делать в компьютере. То есть здесь именно обучение программе Coral Draw, и там мы с вами учимся не только моделировать, строить выкройки в натуральную величину, но вы уже уметь должны их строить, просто мы будем учиться это делать в программе. Строить выкройки в натуральную величину, моделировать их. Также мы научимся делать визитки, орнаменты, рисовать технические рисунки и рисовать даже эскизы какие-то, как фэшн-эскизы. В этой программе. Если вы собираетесь идти куда-то работать, скажем так, какое-то приличное место, то знание
какой-то компьютерной программы даст вам неоспоримый плюс к вашему профессионализму. Такие люди всегда ценятся, потому что все идет вперед, и сейчас бумага, она уходит на второй план. Наверное, знаете, что, в принципе, программ много разных. Есть Red Cafe, например, но там вы можете только строить выкройки. А программа Corel Draw, она позволяет не только строить и моделировать выкройки и распечатывать их потом на принтере А4, обыкновенные листочки А4 вы распечатываете на принтере, склеили их, все, у вас выкройка. Построили, можете выкинуть ее, потому что у вас в компьютере это сохранено. Вот. Ой, забыла, с чего начала. И также вы можете рисовать. Честно говоря, забыла, с чего начала. Ладно. Я думаю, что... в этой программе мы можем не только строить, мы можем и рисовать, и создавать рекламные для себя же, рекламные какие-то проспекты, буклеты. Если вы ателье свое открываете, вы можете не пользоваться услугами никаких дизайнеров, в печатных салонах, вы можете абсолютно все сделать сами. И также хочу сказать, что этот курс полностью включен в дизайн. Если вы пойдете, опять же, на дизайн учиться, вам это покупать не надо отдельно курс, он есть в дизайне. Вот этот же курс, он туда просто вставлен. Приходите учиться, мне очень нравится идти в ногу со временем. Так. Ну, у нас постоянно добавляются какие-то мастер-классы. Сейчас есть мастер-класс рубашка. А где он, кстати, здесь? Да, вот, пошив рубашки. Можете просто... Я вот шила рубашку просто. Я полностью все, что я шила, я снимала на видео. Снимала на видео и также фото. То есть в этом курсе... Вот рубашечка вся, можете рассмотреть. В этом курсе 4 урока с преподавателем в скайпе, и плюс, так же, как везде, у нас вот везде один способ обучения, также вы неделю изучаете материал на сайте, здесь 5 видеоуроков, скажем так, но они в 4 недели уложены, 5 видеоуроков, мы с вами в скайпе немножко поучились, и остальную неделю вы работаете по записям, что-то непонятно, мы в общей беседе общаемся, опять же, все спрашиваете, это месяц длится этот мастер-класс. Если у вас нет выкройки, вы вообще новичок, то можно плюс выкройка 250 рублей получить выкройку на свой компьютер, распечатать ее в программе, не в программе, а на принтере А4, и у вас еще плюс будет выкройка. Очень советую, кто боялся шить рубашку, вам казалось, что что-то тут сложное, я вас уверяю, ничего сложного нет. Вот вместе со мной вы ее сошьете. Думаю, что качественно и хорошо. И хочу сказать, что постоянно у нас добавляются мастер-классы какие-то, курсы. Вот скоро у нас будет иллюстратор, не только Corel Draw, также иллюстратор программа, где мы можем рисовать уже технические рисунки. И много. Следите за нашей школой, за нашим онлайн обучением, за нашим этим сайтом, например. И вы увидите, что мы постоянно что-то новое добавляем. Вот главное, это мы сейчас рассматривали, какие у нас программы обучения. Потом, когда вы у нас зарегистрируетесь, когда вы оплатите какой-то курс, вы, как это происходит, заходите на нашу школу, сейчас я подробно не буду, просто быстренько покажу. Заходите на сайт нашей школы, делаете войти уже под зарегистрированным вашим, здесь ваше имя, пароль, войти, и вот вы авторизировались на нашем сайте, вот у меня написано «Привет, Ольга Капустина». У вас будет написано «Привет, Даша», например. Заходите в раздел «Для студентов», и здесь каждый вид обучения отдельно прописан. То есть конструирование одежды, мастер-классы, практическое шитье, рисунок для модельера, дизайнер одежды. Например, дизайнер одежды заходим. Здесь все 6 месяцев расписаны по неделям. Заходим, предположим, в какую неделю? Давайте в 6-ю посмотрю, интересно. Вот, например, если вы группа Light и вы самостоятельно занимаетесь, вы просматриваете полностью видео урока этого, двухчасовое видео. Дальше вы печатный материал какой-то читаете и выполняете домашнее задание. Вот еще дополнительный, пожалуйста, урок. Здесь мы учимся рисовать. Вот
учимся из акварельных красок рисовать структуру вязки. То есть, видите, вот эти все кофты, видно, что теплые, платья теплые. То есть мы здесь учимся на этом уроке рисовать вязку. И вот, например, юбка в клеточку. Здесь я полностью показываю, как это делается, видео. Второе видео. Вы сидите дома тихонечко и рисуете вместе со мной. Видео немножко промотали, остановили, нарисовали также. Промотали, остановили, нарисовали также. И также вот шифон, например, в этом уроке. Мы учимся рисовать шифон. Снизу платье непрозрачное, а сверху шифоновая ткань. То есть здесь мы учимся акварельными красками рисовать шифон прозрачный. И опять же, вот целое видео могу вот немножко вам показать. Рисуем шифон. Давайте немножко вперед перекручу. Так, надо еще немножко вперед, чтобы как-то там повиднее было. И вот со мной вместе сидите и рисуете. Вот платье уже у нас. Видите, мы одеваем фигуру как куколку. Сначала кожу нарисовали, потом платье непрозрачное, потом сверху мы начнем рисовать как раз-таки этот прозрачный шифон. Очень интересное, увлекательное занятие. Дизайн, я тоже очень люблю этот курс. Так, ну хорошо, придете, поучите. Давайте посмотрим, что я еще забыла вам рассказать. Наверное, ничего не забыла. И вот так вот и учитесь. То есть авторизировались, зашли на свой оплаченный курс. Например, конструирование одежды. Давайте посмотрим. Курс «Сложное моделирование». Вот вы пошли учиться на курс «Сложное моделирование». Или вы дизайнеры, и у вас этот курс включен, то есть он вам открыт доступ. Заходим в первый урок, например. Здесь, в этом первом уроке, юбка с наклонной складкой. Полностью описание, это получается фотомастер-класс, полностью описание, как сделать эту юбочку. Вы это лучше всего все проделываете. Далее здесь видео японского моделирования, несколько вариантов. Далее видео с наших уроков. Перенос сложных нагрудных выточек, какие-то красивые интересные формы. Далее обзор, как моделировать интересных форм карманы. Это тоже видео, вот я могу вам включить, показать. С вами. Так, где-нибудь поактивнее, чтобы я говорила. Отворачиваем обтачку вот эту наверх, у нас получится. Ну вот, здесь полностью обзор этих кармашков идет, да, разных. Фотография, схема, мы схему разбираем. Далее опять домашнее задание, что надо сделать к первой неделе, какие домашние задания. Тоже очень интересный курс, очень рекомендую. Для тех, кто уже умеет все строить, но хочет делать что-то невообразимое интересное. Давайте тогда на сегодня все. Надеюсь, что вы познакомились с нашим сайтом. Если какие-то есть вопросы, можете вот почитать вопрос-ответ. Фотогалерея, ну здесь, конечно же, не все фотографии. Все фотографии вообще находятся вот сайт нашей школы ВКонтакте или как группа ВКонтакте. Можно зайти в эту группу, вот онлайн-школа Ольги Капустиной, и посмотреть работы наших учеников. Справа, вот я листаю фотоальбомы, видите, написано фотоальбомы, присоединяйтесь вообще к нашей группе онлайн-школы дизайна Ольги Капустиной. Вот такой значок. У нас все время какие-то конкурсы проходят, мастер-классы и так далее. Присоединяйтесь. И вот фотоальбомы можно зайти. И тут у каждого года учебного свой фотоальбом. Вот, например, сейчас идет учебный год 2015-2016. Ученики, которые учатся у нас в школе, сюда скидывают фотографии с домашними заданиями. То есть, если надо было трикотажное, вот это, кстати, вот новая фотография. Мне самой интересно посмотреть. Давайте посмотрим. Не видела я еще эту, видимо, сегодня или вчера, что это такое? Юбка ГД. А когда ее скинули? Вот, вчера написано, поэтому я еще не видела. Юбка ГД, да? Тут халатик, например, вот крой туника, да. Тоже, когда это скинули? Вчера. Но вчерашний я еще не видела. Вот шапочку шила ученица своей доченьки. Вообще очень удобно на детей шить. Давайте так немножко пролистаем. У нас не только на детей тут. Если вот мы откроем весь альбом,
И взрослые, посмотрите, какие платьишки получаются. Это первый урок. Вот такое платьишко – это первый урок. А потом уже вот посложнее, посмотрите, какие платьишки интересные. Сегодня выставлю, похвастаюсь на стене группы. А это что касается, что девочки, посмотрите, какая курточка. О. Не курточка, а пуховик. Здесь даже где-то он, или в общей беседе, наверное, в общей беседе, прям в разворот пуховичок, и там внутри так красиво все сделано. Брючки, ну все что угодно, то есть шьют что-то по заданиям, смотрите, цельнокройный галстук, тоже очень интересно. И выкладывают в альбом этого года. Потом конец года учебного, мы все собираем, все эти работы, плюс человек делает дипломную работу, она не сильно сложная, и если все сделано, все задания выполнены, выдается именно по конструированию сертификат авторский Московской школы Любокс. По остальным всем курсам выдается сертификат нашей школы. А вот внутренность здесь есть. Посмотрите, как хорошо все аккуратненько обработано. Отстегивается мех с подкладкой. Очень интересно. Это вот курточку, которую я вам показывала, пуховичок. Ученица шила. И вот, пожалуйста, сейчас рассматривать опять же не будем. Зайдете в фотографии сообщества и посмотрите фотографии наших учеников в разные года, что делали. Мы собираемся иногда, когда очные группы и так далее. Давайте покажу вам одну беседу, предположим. Так, это группа просто нашей школы. А вот, например, группа беседы Light. Видите, конструктор одежды группа Light. Здесь девочки всю неделю выкладывают свои домашние задания. И вот в пятницу я уже написала, сегодня четверг я снимаю это видео, я уже написала, что девочки, напоминаю, что в вашей группе завтра весь день консультаций, поднажмите с выкладыванием домашних работ и непонятных вопросов. То есть давайте скорее-скорее, то что завтра мы все это будем обсуждать. Я надеюсь, что девочки поднажмут, и мы будем обсуждать. Вот. И вот они здесь общаются, переписываются друг с другом без меня всю неделю. Это Light. И в пятницу я полностью ваша, так скажем, группа Light. Можете задавать вопросы целый день. Я буду на них отвечать. А вот, например, группа Premium общается в общей беседе. Посмотрите, вот группа Premium у нас. Сегодня задают вопросы. А вот сейчас только что, да? Скинули, потому что я еще этого не видела. Посмотрю чуть позже. То есть вот задают, группа премиум задает вопрос, я тут же отвечаю. Вот вопрос, тут же я ответила, это вот вчера вечером. Вопрос тут же ответила, и девочки между собой здесь общаются. Здесь, видите, вот 6 человек в группе премиум. Девочки между собой общаются. И тут же задали вопрос. Если я на компьютере, я тут же на него отвечаю. Если я не на компьютере, то часа через 2-3 я точно отвечу. И здесь у нас беспрерывно, видите, сфотографировали. Это я красненьким нарисовала и черненьким, что надо сделать, это в масштабе построения, надо сделать выточку, это мужская выточка, так, и перемерить вот здесь красненьким, да, все это написала. Там перемерят потом, фигура немножко такая сложная мужская, потому что животик. Я перемерила. Нет, девочка перемерила, присылает, показывает, я пишу правильно, неправильно. То есть здесь у нас идет живое общение всю неделю между уроками с группой премиум. Ну все, не буду больше вас задерживать, потому что и так очень долго рассказываю. Хотела, как всегда, записать короткое видео, а получилось опять очень длинное. Ну ничего. На сайте школы также мы выставляем иногда интересные какие-то полезные статьи, тоже читайте. Если у вас еще остались какие-то вопросы, я попыталась сегодня вот прямо все развернуто рассказать о нашей онлайн-школе, то задавайте вопросы. Если не осталось вопросов, то присоединяйтесь к нашей дружной компании. Мы с девочками дружим даже после того, как они закончили обучение, переписываемся. Потом даже некоторые девочки становятся кураторами, помогают новичкам и так далее.